что ты хочешь сказать о прошедшей игре? Не, ну у нас сейчас были две очень сложные игры. И, собственно, что? Я могу сказать, что мы боролись до конца, что верили всегда в победу, даже в последнюю минуту, последнюю секунду. И, собственно, вот так продолжаем потихоньку набирать очки. Что у твоей команды сегодня не получилось? Ну, у нас, по идее, получилось все. Нам надо было выиграть два матча. Мы выиграли, поэтому никаких претензий нет. Может, мы слишком вальяжно играем, расслабляемся периодически. И потом сложно сконцентрироваться заново. И поэтому, собственно, мы всегда под конец начинаем концентрироваться и вырываем победу. Что случилось с командой Десуда в начале второго матча, да, и в концовке второго матча? Почему вы... Сейчас, подожди, я сразу путалась. В начале первого тайма второго матча почему команда стала не играть и какую-то херню пропустила? Да, потому что мы, говорю, расслабляемся, мы думаем всегда, что мы самые сильные, нам всегда показывают, что это не так, и, собственно, спускаемся с небес и начинаем играть в футбол. И точно так же поднялись на небеса, когда вели 2-1, а потом внезапно стали проигрывать 3-2? Ну да, мы думали, что мы сейчас забьем третий, забьем четвертый, но не получилось. Нам забили второй, забили третий, ну и так пришлось собраться и забить. Почему в первом матче ты почти все время играл ногами только, не руками? Ну, потому что били всегда вниз, поэтому так получалось, что я отбивал ногами. Сейчас команда Десуда, лидер дивизиона. Дальше так же будет? Или Крыповнику проиграть? Конечно, победим. Я уверен. Отлично, спасибо.